И сейчас такой Дима вылазит, такой бац, всех убивает. Поймал. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, Бродяга Фокси. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здорово, шерифы. Мы скачали какую-то очень странную карту. Она вышла сегодня, поэтому будем играть. Я буду за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Скоро дверь, я псих. Середень. А вот он. Пацаны, расскажите за эту карту, что можно тут делать? Короче, есть один телепорт, короче, где я... Угу. Здесь, короче, я вижу, есть две двери. Вот, это что у нас? Не то. Пацаны, тут у вас еще есть шкафчик? Лучше не надо. Чё? Ну, на... О, вот этот шкафчик! Подожди, а почему это... Ага. А как это я телепортировался? Я не... Ага, получается, на карте есть телепорт в этот шкафчик. Да. Я буду вас сейчас мочить. Уйдите, пацаны. Мне это нравится. Хорошо, пацаны, давайте, чтобы было интересней. Вы когда в офисе можете оружку использовать. Ладно. Одним словом, я говорю, можно брать оружие и застрелить его в офисе. Подожди, а почему я назад не могу? Нет. Эй, я хочу назад. Мы тебя закрыли. Ах вы, блин. Так, подождите, у меня 5000 жизней. Да. Эй, дверь простреливается. Эй. Пацаны, легче. Да подожди, да двери. Да вы голимые. Да дайте выйти. Ай, застрял. Подожди, а что делать? Убить тебя. Дверь простреливается, я нажимаю, не открывается дверь. Потому что мы запечатали дверь. Да вы голимые. Так, подожди, надо что-то делать. Придумай, Димушка. Да что придумать, вы меня мочите. Отойдите, пожалуйста. Отходите от двери быстро. Сейчас будет больно. Блин, мне жопа. Ах ты, тварь. Да ты голимый, блин. Все, не подходите пока к этой. Блин, ребята, что делать? Ничего. Умирать потихоньку. Я ведь один. Тихо, рикошет, аккуратно. Я телепортировался. Уй. Бля, телепортировался за карту. Опа. Да все, хватит, он ушел. Слышь, ты тварь. Он здесь. Он ушел, пацаны. Успел. Уй, я Димас тебя вовремя заметил. Все, дальше. Я сейчас возьму аниматроника, который может быть на расстоянии. Будьте осторожны, не втыкайте. Так, это не берите угол сейчас. Так, бродяга, короче, ты будешь эти за двери ответственно, а я буду за окей. Камер. Просто говорите, какая дверь надо срочно закрыть, и я закрываю. А, по принципу, Дима сказал уже не выходить из офиса, ну. У меня ну, короче, дайте я выйду, я умру, у меня мало хп. У меня да, одно. Не Димусе. А, ну ты живучий. А вот. Вот он, посмотри. Я убил. Она закрыта. А ты кого там убиваешь? А что за сталкер? Не знаю. Офигеть, тут сталкер на карте есть. Подожди. А ну, мужики, вот. Открывайте. Нет, не будем. Так, надо их как-то обмануть. Нельзя. Можно. Нельзя. Можно. А ну открывай. Закрывай. Дрочина. Давай, открывай. А, как где он там? А, он ползает, пацаны, аккуратно. Не буду открывать. Ай, больно. Ой. Нельзя ходить. Ай, больно в руке. Блин. Не воскрешайся, подожди секунду. Они убивают друг друга. Очень умные охранники. Я гений, Дим, запомни, я убиваю себя. Молодец. Мочи своих. Все, можете. Ай.
Странно стоим. Эй, вы чё? Все, все, мы нормально. У тебя как, Дим, дела? Открывай. Отойди, уйди, уйди. А? Вы где? Открывай. Он должен справа. Придумал, как обычно. Подожди. Так, его нету в коридоре. Его нет в пациент. Я могу так сказать. Открывай, эй. Открывай, ладно. Открывай. Привет. Молодец. Молодец. Ой, а где ты? О, давайте карту изучим. Тут что-то еще есть? Блин. Нет. А где сталкивался, ты вообще убивает? Да вы голимые! Да выпусти! Он в ящике, в сундуке. Да выпусти! Нет, подождите, уйдите, отойдите. Вот так вот. Блин. Ты выпустишь? Нет. Ой. Мы... Иди. О, все. Вот голимые заперли меня опять в шкафу. Уйдите лучше от двери. Отойдите от двери. Подходи ко мне. Ах ты голимый. Ах ты голимый. Ну блин, ребята, в этот раз они меня опять убили. Надо применять какую-то другую тактику. Тактику крысы. Не надо крысы. Это моя самая любимая тактика. Вот тебе не надо. Ладно, ладно, убили. Нет, я еще нету надписи. А, вот тебе убили. Убили, убили, ребята. Ого. Ты голимый! На свой пиздец один. Да зачем это сделал? Чтобы тебя убить. Да как же ты убиваешь, если мы не можем возродиться? Так, ну что, ах ты голимый. Поугарает. Ладно, давай другого попробуем, аниматроника. Тактика крысы. Хоп. А, здесь двери не убивают. Откройте калитку левую, пожалуйста, быстрее. Дима, у тебя же есть еда, для тебя есть еда. Вы чё офигели, вы меня напомнили? А, вон марионетка. Я забыл, еще здесь есть ход в вентиляцию. Так она заблочена. Сейчас мы зайдем. Заблочена? Да. Так, пацаны, выпустите меня из А я первую под раздачу получу. Так, надо взять какого-то другого аниматроника. Вылазь, вылазь. Так. Оба. Четко. Вот тебе. Так, Дима может нас ползать. Может. Так, мы так, так. Офис украшаем у тебя, как говорит. А, я могу убивать в невидимке? Да. А? Ах ты голимый. Ты что, не знал, что Эй, открывайте двери. Нет. Ай, меня пригвозди. Нет, Дима может нас слить. Уже. Валю, 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 валю. Закройте дверь нафиг. Он застрял. Ходит, ходит, ищет меня. Меня не найти. А, вот таким образом можете. И сейчас такой Дима вылазит, такой бас, всех убивает. Успел, 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 ребята, попался. Есть, 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 есть. А теперь мы попробуем убить как быстро. А как? Вот вопрос как? Вот так вот. Уходи так нечестно. А, улетел. А, не, вот. Вот, вот, вот я был тут. Ладно, я пошел. Закрывай дверь. Зачем? Ладно. У нас один на смерть пошел. Ты что делаешь, Шизи? Опа. Вот теперь сидит там, ты арестован. Окей.
Если что, я его жду здесь. Вы ничего не обратили внимания? Я понял. Ладно, буду брать, чтобы убирать сейчас. Где она? Ах ты, крыса. Вот так вот. Это нечестно, не матрой. Я валю. Давай, вали. Ах ты, тварь. Сейчас он придет, я его убью. Не, я не такой глупый. Ого, попадают. Откройте, пожалуйста. Эй, дальше. Все, Дима, как ты пойдешь к нам? Ну а ты как? А я запечатал нам двери. Все двери. Вообще никак? Открой правую дверь. Открой быстро, быстро, быстро. Я убью сразу. Так. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.